почувствовал. Видимо, мышка какая-то. Чё, Шарик, упустил? Вот, а мы сейчас уже с ним идем от второго мостика. Вон там вот, который он впереди видно. Мостик. Островок. Вот сейчас мы идем. Сейчас скоро уже будет виднеться. Шарик все время в движении находится. То есть в работе все делает. О, тут у нас муравьи, трудяги. Шарик, стой. О, засуетились как. Че, не нас испугались, что ли? Нас что боятся? О, как в монастыре хорошем. Движение, движение, движение. Пойдем, Шарик. Пока солнышко, они тоже трудятся. На Шарика вот посмотришь, и без дела уже сидеть точно не будешь. Как он заражает активностью своей. Все внимательно. Здесь она где-то в горке, меня поймать ее. Не все так просто. Пошли давай. Кстати, снег еще. Какие дали, какие просторы. Да. Чудное дело Господа. Вот там вдалеке он виднеется храм. Шарик дергает, не посмотришь. Господь вообще всем дает заботу. Начиная насекомых, заканчивая животными, человеком самим, единицом творения. Когда без дела не сидели, все что-то делали. Так вот, песик мой трудится. Ну вот мы выходим уже. Сейчас вот тут вдоль берега пройдемся. Стой, Шарик, стой. Кое-кого увидел. Вот они, красавцы сидят. Это, видимо, бобры уже. Целых два штуки. Вот хвост у них плоский. Вот даже три их. Интересно. Мне что-то камера мутнеет. Дабы я бы поближе приблизил их, видно было бы. Ветер немножко отдувает от них. Они меня не слышат сейчас. К воду опять подныривает. Он второй появился.
вон третий. Так интересно, из воды вылазил. Четвертый. Вообще, первый раз вижу столько их. Что-то они там делают. Целое семейство. И попробую тут уследить за ними. Что-то грызут. Так люди, когда наблюдают за животными, делают очень хорошие снимки, наблюдения свои выписывают, записывают в дневники, потом вот делятся с людьми, которые этого не замечают. Что, шарик пригорюнился? Шарик уже у меня все ноги опутал своей цепью. Так, смотришь, там, конечно, камеры хорошие снимают. Шум удаляет. Целых 4 штуки. Это как в собачьем сердце. Жил товарищ и, говорит, поселили. Целых 4 штуки. Вот даже и здесь. Но если они меня заметят, то все, сразу в воду нырнут. Оп, бульк. Ну ладно, пойду я дальше смотреть. Шарик тут меня уже опутал всего, все мои ноги в кандалы. Давай, шарик, упутываться будем. Стоит шарик, шарик, шарик. Ну, хороший мой шарик. Пойдем, шарик, дальше. Дальше. Посмотрим, что там творится. Вот так вот. Если бы они у меня услышали бы или увидели, тогда бы. До сих пор они сидят втроем, четвером. Так, есть такая передача, или была, может. Я всегда ношу с собой видеокамеру. Вот тогда это полезно носить с собой видеокамеру. Такие снимки редкий случай заснимешь. Они очень осторожные. Есть такие поговорки, хитер как бобер. Вот не так-то просто выследить. Ну, сыну жить охота. Человек очень коварный бывает. Ладно, я там посмотрел, да. А другие-то могут их на шкурку пустить. Ну, вот здесь вот, в этом небольшом Ла-Манше, как говорится, заливе, водичка тут уже более-менее оттаяла. Красота, птички поют, свежий воздух. Чего не радоваться жизни? Господа не славить. Ну вот. Вот такая тут глубина.
Арик полез. Водички не захотел. Вот пришли мы к нашему ограждению. Здесь, конечно, водичка бежит между этими сваями нашими. Но уже не размывает. Сейчас посмотрим еще. В том году-то очень сильно размыло все. Аж булыжник некоторые вывезли. Ну, здесь вот мы брали глину. Пойдем спуститься. Ой, ой, надо же так. Упал. Упал. Вода бежит во всю. Насадил, пускай плавится. Ну вот так вот. Здесь вот разгорожено. А здесь бежит. Пока, я думаю, можно и бежать, потому что там еще много льда. Братья боятся сильно воду поднимать. А потом уже надо будет заграждение делать. Посмотрим. Еще снежок лежит. В том году мы тут по весне я гальянщиков ловил, даже не маленьких карасиков. Они тут прямо в воде находились. Когда я им преградил, они уже тут только в траве оставались, а с водой небольшой. Я помню детство, кораблики пускали. У нас тоже там свои небольшие лага были. Вот мы кораблики пускали. Разные. Бывают просто щепки, а бывает там, если сильный поток целый, бревешки запускали. И каждый бежит вдоль берега и радуется, кто кого перегонит, у кого. Ну, то есть, дети, что сказать. Таких забот нету, как у взрослых. Этот показывает старые старинные фильмы. И чем-то похоже у нас все это. Ну все, в принципе. Вон шарик ждет меня. Шарик, шарик, шарик. Так вот, такая обстановка у нас тут. В принципе, под контролем пока. Ну, вот что-то на заднице ездит. Ну, что это? Далее. Ну все. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, аллилуйя.